На 1000-метровую гонку румын Иван Подсайкин, участник 4 Олимпиад, выходит с молодым канаистом Тома Симеоновым. Один золотой шанс на двоих и два весла словно в одних руках. Синхронная гребля не только красивая, это самая скоростная работа и самая экономная, взаимно сохраняющая силы гребцов. Напористо, зло идут гонщики, достаточно мощный гребок и очень высокий темп. Они представляют известную румынскую школу темповой гребли на каноэ. Их победа еще раз подтверждает, что в этом виде олимпийской программы повышение темпа скрыты большие резервы для достижения рекордных скоростей.